Доброго времени суток, мои дорогие зрители и подписчики, девочки и мальчики. С вами канал Life 2 Надежда. Сегодня мы с вами будем смотреть мысли загадного человека о вас в эту минуту, именно в тот момент, в который вы открыли это видео. Видео актуально ровно в тот день, когда вы его смотрите, неважно, когда оно вышло. Смотреть буду на руническом Таро, или правильное название данной колоды – руны Таро. И это для меня новинка. Колода у меня впервые, я с ней еще не работала, мне она очень понравилась, хотя найти ее название было сложно. Не все тарологи с удовольствием делятся названиями тех колод, с которыми они работают. Даже в комментариях, сколько раз замечала, люди спрашивают и ничего не отвечают. Какая-то вселенская тайна. Я не знаю, может быть, вы знаете ответ на вопрос, почему так не хотят рассказывать, на каких колодах работают люди. Я все колоды называю, я оставляю название в описании под видео, поэтому даже если вдруг бывают такие моменты, я не называю название колод, вы всегда можете посмотреть в описании под видео. Это, кстати, автор, тот же автор, что и сделал шикарную колоду «Небо и земля». Поэтому давайте посмотрим, мне уже не терпится. Очень ее хотела, очень ее ждала, но теперь с удовольствием буду смотреть на ней расклад. Конечно же, сигнификация, что происходит в отношениях в данный момент. Здесь мужчина какой-то потерянный, потерялся мужчина. И вообще здесь, ну, здесь руны еще обозначены, но здесь, видите, руна Иса, которая нам скажет о том, что заторможенные, замороженные действия, никаких проявлений никаких нет. Здесь ушел в себя, вернусь не скоро, и из отношений точно так же. Хотя вы для себя какое-то действие, какое-то движение ждете, и для вас нету ощущение, что отношения закончились. И ведь действительно такое ощущение, что вы уже подобное состояние с этим мужчиной проходили. Потому что колесо фортуны нам всегда намекает о том, что это какие-то эпизодические ситуации, которые повторяются. Это, конечно же, качели, это непостоянство, это то хорошо, то плохо, да, то мы вместе, то мы поссорились, то общаемся, как ни в чем не бывало, то молчим. И, видимо, от того, что такой сюжет уже в ваших отношениях повторялся, то есть это не ново или не ново для вас, вы четко понимаете, что даже если там затихарился, там все, там ушел в подполье, вот это на какое-то время. То есть здесь мужчина признаков жизни, извиняюсь за выражение, здесь не подает. Вот. Но вы четко знаете, что он растает, потому что Иса — это еще и карта заморозки, да, такого, карта льда, что он оттает и все нормально, никуда не денется. Ну, давайте посмотрим тогда, как он сам для себя видит сложившуюся ситуацию между вами, действительно ли готов растаять. Да, да, он действительно готов растаять. Здесь не та ситуация, когда мужчина ушел и ушел навсегда. Сейчас он как-то отдыхает, сейчас он расслабляется, может быть, в отпуск пошел, может быть, уехал куда-то, или просто ваши отношения тоже несколько его вымотали, вот, и просто сейчас такая тишина, и вот он здесь отдыхает. Оттает, никуда не денется, поэтому ваше здесь ощущение того, что он исчез, но он обязательно появится, как Карлсон, он вернулся, ну, вот здесь вот Карлсон вернется. Во всяком случае, здесь в намерениях. Мы, кстати, в следующем раскладе с вами посмотрим, что он реально сделает. Так что, если вы смотрите день в день, то следующий расклад будет этот, о котором я сейчас говорю, да, что он что реально сделает. Ну, вот здесь растает, оттает. Видимо, взял себе время для того, чтобы перезагрузиться, отдохнуть. Может быть, здесь, кстати, и в запое мужчина находится, потому что и паж кубков, и девятка кубков может нам говорить о том, что вот просто здесь вот отдыхает, выпивает, ни о чем вообще не думает. Хорошо, а зачем он сейчас выбрал тактику такого отстранения полного? Зачем, для чего?
Ну, хитрит же, девочки, хитрит. Конечно, мог и накосячить здесь, да, потому что здесь семерка мечей. И накосячив, нужно исчезнуть, да, чтобы не объясняться, чтобы не извиняться, да, там, не объяснять ничего. Потому что, когда ты накосячишь, да, и перед тем человеком, перед которым ты это сделал, всегда порой очень сложно как-то просто даже в глаза посмотреть. И в этот момент здесь тоже может вот четко так вот отсвечивать. Но еще здесь, в принципе, да, здесь в характере мужчины уже заложено то, что он иногда имеет свойство исчезать. Ну, вот такое, да, там ему надо перезагрузиться, ему надо отдохнуть, ему нужно подумать там о высоком. Здесь намеренная тактика, которую, вот опять же, здесь показано, он уже делал, и делал уже неоднократно. Вот, наверное, он думает, что вы должны к этому привыкнуть и нормально относиться. Может быть, кстати, это очередная ситуация, когда он вам решил доказать, что я имею право просто исчезнуть, мне иногда надо, вот, и ты должна быть к этому готова. Ну, может быть, и так. Хорошо, давайте смотреть его мысли о вас в эту минуту. Так. Ну, кстати, здесь комплименты. Посмотрите, вы, если захотите, вы все сделаете. И заработаете, и организуете, и вот все. То есть вы такая женщина, которая способна что-то взращивать, способна что-то создавать, созидать. И все у вас всегда в порядке. Он, похоже, никогда не видел вас в каком-то растрепанном состоянии. Там, вы, наверное, с утра, когда просыпаетесь, вы уже богиня. Потому что здесь вот все как-то правильно, все чинно, благородно, все по полочкам. И в этом ваша сила. Ваша сила быть женщиной, которая все может сделать. Ну, здесь сейчас скажут, что если я все могу сделать сама, зачем мне, собственно, он? Ну, здесь я не могу не согласиться. Но это та женщина, которая никогда не останется без копейки денег за душой. Это та женщина, которая, если надо чего-то добиться, она добьется. Маг, королева пентаклей, такое очень мощненькое сочетание карт. И в целом, да, если она захочет обойтись без мужчины, у нее это очень легко получится. Она самодостаточна. Вот здесь такие мысли о вас, что вы самодостаточная, что если захотите, все у вас будет. Но здесь, видите, девочки, вот опять же, своей самодостаточностью, своей сильной и мощной натурой вы сделали что-то такое, что, по его мнению, вот его немного напрягает. Заставила его задуматься, заставила его размышлять о ваших взаимоотношениях. То есть настолько сильная, что он здесь почувствовал вот некую свою такую вот слабую роль рядом с вами. А нужен ли мужчина по факту этой сильной женщине? Вот такие здесь мысли. Она горы свернет, если захочет. Она и меня здесь пыталась там приручить, а в иных ситуациях где-то и подавить. То есть она дала понять, что она справится и с мужчиной, в случае чего она справится. Такой вот умудренный опытом здесь старик, который размышляет над жизнью, и руны здесь, да, и прямые, и перевернутые, там, и соло, и не буду сейчас здесь перечислять, все-таки я с рунами особо не работаю, именно в прогностике. Но то, что вы тот человек, которая сначала его восхитила силой воли и вообще своей личностью, а потом он здесь напрягся о том, что а он вот в ваших отношениях, где он там, да, вот какая роль его. Вы научите, вы расскажете, вы объясните, вы за ручку возьмете и отведете куда нужно. И как-то здесь ваш мужчина потерялся. Да, потому что сила здесь, она может быть нежной, когда это нужно, а также сила может быть и грубой, опять же. Здесь метод кнута и пряника. Потому что взаимодействие с животным миром не всегда бывает только на
нежных, доверительных взаимоотношениях. А мы знаем, да, что сила – это всегда сочетание двух миров – человеческого и животного. И мы тоже понимаем, что методы дрессировки, ну, пусть здесь не совсем прям слово «дрессировка» будет актуально, но тем не менее, методы взаимодействия. Вот так методы дрессировки, они тоже бывают разные, да, бывает кнут, бывает пряник. Вот мужчина здесь много кнутов для себя увидел, потому что так вот, если смотреть, еще девятка жезлов, это все равно побитый воин, да, это опытный человек, который шишек наловил и уже знает некоторые последствия определенных моментов в жизни. Так что вы заставили его здесь, конечно, задуматься. Не всегда сильная женщина, мощная такая, властная, способная все решать, не всегда она является прям идеальной для мужчин. Не всегда. Да, с такими удобно, комфортно, если ты готов прогибаться и подстраиваться. Вот. Но если у мужчины есть характер, то когда-то взбрыкнет. Вот у вас здесь, похоже, взбрыкнул. Он хочет перезагрузки именно ваших взаимоотношений. Он думает о том, что они начать бы нам сначала. Но сначала, знаете, здесь на такой волне, когда мы только начинаем, да, это новый путь, мы снова узнаем друг друга, мы друг от друга ничего не ждем. Знаете, вот взять время в отношениях такое, когда вы просто друг с другом, и каждый ничего друг от друга не ждет. У вас вначале так было. И он хотел бы вернуться в это начало. То есть, чтобы случилась трансформация в отношениях до того момента, когда снова вы друг другу рады, вот, но при этом не упрекаете, там, не давите, не форсируете события. Он хочет, чтобы вы ему дали возможность быть мужчиной таким, какой он хочет, со своими желаниями, со своим характером, вплоть до того, что со своими тайнами есть. У него тайны, похоже, какие-то тайны вы здесь уже узнали, вам не совсем нравится, да, вы говорите, что я не хочу, чтобы так было. А он считает, что он имеет право, ну, император, конечно, я имею право на все, что мне нравится и на все, что мне хочется, что он имеет право даже тайны какие-то иметь личные от вас. И поверьте, в самом начале отношений эти тайны были. И как-то же вы могли взаимодействовать с ним, да? Особо-то ничего не мешало. Но я думаю, это глубокое заблуждение мужчины, что так можно жить. Начало отношений – это и есть начало. Когда ты друг друга узнаешь, когда вы друг с другом притираетесь, учитесь взаимодействовать, и поэтому там какие-то тайны, ты еще об этом не задумываешься. Тебе важен сам человек, особенно если понравилось, особенно если химия произошла. Потом-то, конечно, ты начинаешь все глубже и глубже, узнавая личность, ты уже и все, что сопутствует этой личности. Его жизнь, да, его привычки, его тайны. Ну, вот здесь вот, конечно, ему хотелось бы, чтобы снова девочке было как раньше. Хочет вернуться, хочет вернуться в перезагрузку ваших отношений до того момента, чтобы их обнулить, вот и снова здорово. Но вот опять же, видите, он не готов отказаться от каких-то, ну, то ли интриг, действительно, то ли каких-то ситуаций, в которые он скажет, что это мои дела, и, пожалуйста, я не хочу, чтобы ты о них знал. Вот об этом тоже имейте в виду. Следующий у нас расклад будет, конечно же, на его действия, поэтому скорее переключайтесь. А здесь признание, если вы еще не смотрели его признание, когда там действительно крышу сносит, когда там эмоции зашкаливают. Это видео будет вот здесь. Не забудьте, пожалуйста, поставить лайк и написать комментарий. Это очень важно. Я с вами каждый день. До встречи в новых видео. Пока-пока.